Специальность строительства зданий и сооружений является одной из старейших в учебном комплексе. Подготовка техников строителей ведется по разным направлениям. Изучение специальных дисциплин, конструкция зданий и сооружений, основа расчета строительных конструкций, технология организации строительного производства. Наряду с изучением теоретических знаний также проводится профессиональная подготовка студентов на учебной, геодезической, а также технологических практиках. Участие студентов в ремонтных, реконструкционных и других строительных работах, проводимых во время обучения. В комплексе имеется строительный полигон для учебной строительной практики. Он оборудован индивидуальными рабочими местами с инструментами для отработки навыков строительных приемов, кирпичной кладки стен и перегородок, отделки поверхностей керамической плиткой. Получив знания и практический опыт, студент может реализовать их в процессе разработки дипломного проекта. В нем можно отразить художественную выразительность и технологическую грамотность, и, конечно, экономичность будущего здания. В своем проекте вы должны быть уверенными, что построенный по нему дом не рассыпется, как карточный дом. Наша специальность – это перспектива и уверенность в завтрашнем дне.